Школа номер 28 не первый раз собирает в своих стенах молодежь. На этот раз поводом стало проведение открытого первенства «Спецназ», организаторами которого выступили патрульно-постовая служба милиции УВД Брестского облисполкома и региональное отделение Белорусской ассоциации ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь». Эстафета включала комплекс заданий – подтягивание на перекладине, приседания, бег, стрельбу из пневматической винтовки, метание мяча, а также сборку и разборку автомата Калашникова. Нелегкие испытания, надо сказать, не испугали участников, а наоборот, позволили продемонстрировать им хорошую физическую подготовку. Себя, как бы, во-первых, проверить, а во-вторых, как бы, свои физические возможности, а также, ну, поддержать школу свою. Буквально недели две назад у нас было также соревнование, на котором я тоже участвовал. Там уже немного другие были состязания, на котором мы также заняли первое место. Сейчас тоже лидируем. Вот, и, ну, это интересно, и в каждых соревнованиях, если зовут, я обязательно участвую в них. Данные соревнования проводятся уже на протяжении 6 лет. Интерес школьников к ним становится все сильнее, и это неудивительно. Молодые люди, которые принимают участие в них, точно знают, спорт никогда не повредит. И в будущем хорошая физическая форма обязательно пригодится. Я скажу, что очень мне нравится данное мероприятие, потому что здесь и сборка, разборка автомата, и стрельба по мишеням. И силовые мероприятия приходят, и как команды очень большое желание у ребят участвовать в этих соревнованиях, ну и приходят и поболеть за них. Можно свое свободное время тратить не на какие-то негативные увлечения, а на занятия спортом, на повышение своего уровня спортивной подготовки. Опять-таки это мероприятие показывает, что милиция, в частности, нам важно и интересно взаимодействие с молодежью. Юбилейная 10-я эстафета «Спецназ», которая собрала команды 3 учебных заведений Московского района города Бреста, а также учащихся Муховецкой средней школы, прямое доказательство того, что физкультура – важная составляющая их жизни, а тренировки и упражнения – уже сформировавшаяся здоровая привычка. Поэтому можно быть уверенными, подростки, которые активно занимаются спортом, осваивают сложные нагрузки, в будущем смогут стать достойными защитниками Отечества. Данные мероприятия посвящены тому, чтобы пропагандировать среди школьников здоровый образ жизни, ну и, как бы, как говорится, растить себе смену, чтобы они в дальнейшем могли видели, что такое служба в органах внутренних дел, в том числе и в отряде милиции особого назначения. Как говорится, чтобы они после окончания школы, после того, как отслужат армию, могли прийти к нам в органы внутренних дел, стать нашей заменой. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.